блокчейн-фаундер Accelerator от IBM. Джерри Каума, вице-президент компании по технологиям блокчейн, объяснил, что лучшее, что они могут сделать, это создать еще больше живых сетей. IBM даст возможность серьезным разработчикам сотрудничать с более узкими специалистами. В общей сложности для программы будут выбраны 8 учредителей. Они смогут общаться с наставниками-основателями, а также получат расширенный доступ к семинарам и буткемпам и к определенным технологическим решениям блокчейн, которым IBM с партнерами пришли за последний год. Наиболее успешные проекты получат доступ к коду и официальным обзорам. Каума также отметил, что отобранным кандидатам будут предоставляться стипендии и финансовая поддержка.